Дорогие друзья, добрый день. Я прежде всего хочу передать вам искренние слова поздравления, приветствия главы города Александра Николаевича Кодрева. Это действительно сегодня большой праздник пришел Королев, очередной спортивный праздник пришел Королев, потому что сегодня официальное открытие еще нового спортивного объекта и объекта достаточно уникального комплекса пляжных видов спорта. Мы очень гордимся тем, что, во-первых, у нашей команды, у участника Суперлиги появляется возможность тренироваться на своем спортивном объекте, чтобы достигнуть более высоких и серьезных результатов. И также, конечно же, рады за популяризацию развития именно этого вида спорта, как пляжных видов спорта, которые сегодня достаточно популярны в нашей стране и, в общем-то, в мире. Данный объект спортивный примет любителей пляжного футбола, волейбола, регби, тенниса. И мы знаем о том, что уже на сегодняшний день достаточно много ребятишек изъявило желание. И с началом, с открытием, конечно же, появится возможность у многих молодых, особенно королевцев, прийти сюда и заниматься, прежде всего, пляжными видами спорта. Хочу напомнить вам, что буквально за последние 3 года по программе губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева, по программе главы города Александра Николаевича Кодрева, идет очень большое обновление всей спортивной инфраструктуры, строительства спортивных объектов. Только за последние буквально 3 года было построено 2 ФОКа, один из них водных видов спорта. Буквально недавно был открыт первый ледовый дворец в Королеве, которого здесь никогда не было. И уже занимаются хоккеисты, фигуристы. И в этом году, 2018 год, действительно станет рекордным по открытию спортивных объектов. Еще в этом году мы ждем летом открытия нового обновленного стадиона «Выпил». Я от всей души поздравляю всех вас с открытием вот такого уникального комплекса. Это 2-й комплекс Московской области. Я хочу огромные слова, Игорь, сказать тебе с большим удовольствием. Я помню, 3,5 года назад ты впервые пришел в администрацию с таким проектом и совместными усилиями администрации, правительства Московской области. И, конечно, лично твоя заслуга, что такой комплекс все вот существует, ему быть, здесь заниматься, здесь проводить свой досуг многим нашим жителям. Я, конечно, хочу прежде всего пожелать команде «Элмонт», чтобы вышла в лидеры Суперлиги, чтобы здесь были выращены будущие чемпионы, чемпионы мира, и пожелать прежде всего вам успехов в этом виде спорта. А вас всех с сегодняшним спортивным праздником. Будьте здоровы, счастливы. Пожалуйста. Я хотел бы от Российского футбольного союза поздравить всех с открытием шикарного комплекса пляжных видов спорта в городе Королев. И, конечно, поблагодарить администрацию города, лице Юрия Анатольевича Копцика и, конечно же, президента пляжного футбольного клуба «Элмонт» Игоря Васильевича Белоуса за то, что такой комплекс появился не просто в городе Королев, а у нас в стране. Сложно оценить даже значение этого комплекса. Понятно, что наша страна, конечно же, северная страна, и нам очень необходимы такие комплексы. Я уверен, что это будет прорывом в развитии пляжного футбола. Для меня лично символично открытие этого комплекса, потому что я родился в городе Королев и в детстве проживал на улице Коминтерна. Поэтому, конечно, для меня определенная ностальгия сегодня быть у вас. Очень приятно, что спорт развивается в городе Королев. И приехав сюда, я увидел, что ребята играют и в хоккей с мячом, и в футбол на снегу, и в пляжный футбол в открытом помещении. Поэтому уверен, что ждет удача спортсменов Королева, и особенно в пляжном футболе. Поэтому еще раз всем огромное спасибо и всем успехов. Я тоже от всей души вас поздравляю с этим замечательным праздником. Присоединяюсь к тем добрым словам, которые сказали предыдущие ораторы. Мне как коренному жителю города Королев, который здесь родился, очень приятно осознавать, что в этом городе большое внимание уделяется спорту и действительно открываются такие замечательные объекты. Ну и, конечно же, огромное слово благодарности Игорю Васильевичу вам
Юрий Васильевич, вам за то, что вы эту идею реализовали. Надеюсь, что этот замечательный конкурс будет всегда заполнен. И от всей души желаю всем здоровья, удачи и процветания. И здесь было много правильно, хорошего сказано про то, что город становится лучше, спортивных объектов больше, что дети получают новые возможности, и люди нашего возраста, потому что они могут точно так же приходить сюда, играть, заниматься. Страна становится более спортивной, город становится более спортивным. И всем, кто принимал участие в строительстве, в развитии вот этого комплекса, большое спасибо. Будем здесь встречаться, общаться и радоваться. Спасибо. Спасибо. Хочу предоставить слово человеку, ну, благодаря которому мы все здесь собрались. Президент футбольного клуба «Элмон» Игорь Васильевич Белоус. Добрый день. Огромное спасибо гостям, которые посетили наш замечательный праздник, разделили вот эту радость открытия этого комплекса. Мы достаточно долго и мучительно к этому шли. Администрация нам всячески в этом помогала. Не Настя, если кто там в курсе, были ураганы, летели деревья в наш комплекс, но мы выстрелили. И вот сегодня открываем. Здесь мы развиваем не только пляжный футбол, хотя, ну, сердце мое на первом месте пляжный футбол. И команде моих единомышленников, и, в принципе, я думаю, у всех присутствующих, кто сюда пришли, прежде всего их интересует пляжный футбол. Также здесь у нас есть и волейбол, есть гандбол, есть пляжный теннис, есть пляжный регби, есть пляжный волейбол, я думаю, скоро появится хорошая, большая, замечательная секция, также детская, да? С чего начался этот центр? Уже более 10 лет команда «Элмонт» играет в пляжный футбол, наша городская, и мы росли, играли. Сначала с региональными уровнями, потом доросли до суперлиги российского чемпионата. И в какой-то момент мы почувствовали, что мы находимся в неком, знаете, тупике. И я решил, посоветовавшись со своими коллегами, сделать небольшой шаг назад, омолодить команду. Вот видите, у нас достаточно молодая команда. Ну, есть некоторые старожилы, и мы очень рады, что они пришли поиграть. Они уже не играют у нас в команде, но они души наших все равно игроки. Пришли, чтобы с нами сыграть. Это наши воспитанники, несколько человек есть. А так достаточно молодой состав. Мы решили тренировать с 5 лет, начиная детей, и чтобы эти дети были будущим этой команды. Потихонечку двигалось, а потом, ну, на самом деле цель немножко другая. Цель не для того, чтобы «Элмонт» стал там чемпионом суперлиги. Мы преследуем цель, чтобы здесь, в Королеве, на базе этого центра, вы знаете еще, а кто не знает, скажу, вот там за стенкой находится еще и летняя площадка для пляжного футбола, которую мы 4 года назад сделали. Мы хотим готовить здесь игроков для того, чтобы уровень нашего чемпионата рос, чтобы пополнять нашу сборную хорошими классными игроками, и чтобы наша с вами Родина достойно, хотя она и сейчас очень достойно выглядит, на международной арене. И всем спасибо еще раз.